Так, хуяк и новый день. Ха-ха. Сегодня у нас день номер два. Мы проснулись, у нас утро, и мы пойдем с Михой закатнем. Закатнем их, да? Закатнем. Лыжи. Да, Мих, закрывай ключи. Скажем спасибо этому дому. Пойдем к другому. На горку. Ну там же, да. Ну, кстати, смотрите, что хочу вам рассказать. Ребята, цивилизация у нас в России остановилась уже давно, похоже. Одни только гаджеты, блядь. И все. Пухлячок. Миха с собой взял пожрать. У нас белоснежный автомобиль. Горки. Итак, вот мы с Михой приехали. Вон там наши горы в облаках. Это горы Эльбруса. Мы находимся в Швейцарии. Вот иномарочки стоят. Вот, блядь, это вообще автомобиль залетный. Да. Так что. И нету никого. День номер два. День бездельников во вторник. Итак, ребята, сегодня у нас день начинается с того, что мы с третьего подъемника будем подниматься. Вот третий подъемник. Потому что первый не работает, говорит, до обеда не работает. С третьего подъемника будем подниматься наверх. Промежуточный на шестой, на девятый. Как-то так. Это вот база. Это база. Арджигардак. Елочки. С вами Ильич. Утро с похмелья. Ну, понеслась. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Миха, привет передавай. Хуня, блядь, что-то тут ушел куда-то в сторону. Ого. Ха-ха-ха. Ну вот, мы поднялись, ребята, на третьем подъемнике. И будем двигаться. Что, куда направо, да? Так вот, ребята, мы скатились на 8С. Миха селфится своими эпические места. Никого нету, красота. Ништяк. Что мы сегодня можем сказать? Сегодняшнее утро. Утро бездельника номер два. Я бездельник, я не хочу говорить. Нет, ну классно. Спать даже неохота стало. Народец катается. Как ни странно, очень много людей. Я так думаю, что мы не одни здесь, бездельники. Ну, короче, да, быть бездельником сейчас, кажется, модно. Модно.
Когда модно быть алкоголиком, и можно быть модно быть бездельником. Фу. Вот так вот. Во вторник мы, оказывается, с Михой не одни такие бездельники. С утра катаемся. Тут их полно. Целая куча. Так, мы с Михой куда-то заблудились в лесу. Где мы? Где мы? Помоги. Медведи. Им поймешь. Медведи есть? Люди! Ау, бля! Где? Кофе, чай и попить коньячок. Почти доехали, где там Миха едет. А чё он? А чё он? Не учён? Вон он. Ух, устали, что-то мы бездельничаем, да, Мих? Да. Все в снегу, в GoPro. Все. Небольшой путь, 500 метров, и мы дома, на базе. Вот и все. Что мы можем сказать в заключении сегодняшнего и вчерашнего нашего бездельничного дня? Спасибо, что досмотрели наш бред до конца. Я Миша, у меня мокрая жопа. Вот, у нас, да, у обоих мокрые жопы. Вот. Пишите в комментариях, что вы хотите это увидеть в будущем, что нам снять. Тут мы планируем поехать на Эверест. На Эльбрус, блядь. На Эльбрус. Мы реально уедем на Эверест. Мы едем на Эверест. Так что, да, тоже подснимем все, покажем.
Всем до свидания. Пока. Будьте бездельниками, как мы. Да, ну это же...